Всем привет! Сегодня я приготовлю копчено-ореховый салат. Для этого мне потребуется картофель отварной, свекла красная отварная, 50 грамм орехов грецких, я их толкушечкой растолкла, оливковое масло, хрен, если у вас домашний, значит домашний берете, у меня покупной, столовая ложка лимона, и рыбка копченая, скумбрия, селедка, ставрида, что найдете копченое. Поехали делать. Так. Нам рыбку я уже вот измельчила, видите, какими кусочками. Не стала на камеру возиться тут с ней. Довольно-таки крупненько, не мелко. Измельчаем картофель любым удобным для вас способом. Не крупно, не мелко. Это же салат. Должно все как бы быть прилично. Не расползаться. Картофель, свекла у меня по 300 грамм. Ну, можете чуть меньше, чуть больше. Это же салат. Это мы не пирог с вами печем. Не торт, точнее. Где нужно соблюдать более-менее пропорции. Это салат. Что вам больше нравится, то и кладете. Можете рыбки побольше. У меня здесь рыбы 250 грамм. Получилось. Все, картошку измельчили. И в салатник. Отправляем в салатник. Оливковое масло. Немножко. Прям, ну, чайная ложечка может. Картошечку так перемешаем с маслом. Пусть стоит. Тем временем измельчим свеклу или буряк, кто как называет. Также чайную ложечку растительного масла сюда, в свеклу. Растительного? Ну, оливковое. Оливковое масло для салатов у меня вот. Именно для салатов, не для жарки. Ну, я думаю, оно и для жарки пойдет тоже. Да даже и растительное масло, нет, оливкового пойдет. Ничего страшного от этого не случится. Пусть покамесь немножко постоит. Так, теперь что? Все готово, в общем. Картофель. Всыпаем рыбку. Всыпаем орехи. Всыпаем свеклу. Еще нужен как бы стебли сельдерея нужны. У меня сельдерей есть, но он домашний. Он не такой сочный, как вот в покупной в магазине. Поэтому я отломаю вот так и добавлю сюда вот так листики. Прям руками его разрываем вот и все. И все это значит нам нужно теперь сюда в салат. Ой, как пахнет хорошо. Столовая ложка. Такая хорошая ложечка столовая. Хрена. Потом я попробую и решу, надо еще или нет хрен добавлять. Потому что это покупной. Не всегда он острый. Ой, господи. Столовая ложка сока лимона. Можете посолить, поперчить. Я не буду ни солить, ни перчить. У меня свекла варилась и картошка в соленой воде. Рыба, соответственно, тоже соленая. Этого нам достаточно. И все это перемешиваем. Такой оригинальный салатик получается. Но вкусный. Может, кто из вас делал? Пишите. И попробуем немножко на вкус. Может быть, нам чего-то нужно добавить. Так. Теперь
ложечка масла. Я еще одну ложечку добавлю хрен. И додавлю немножко. Да, соль нам не нужна. Нормально все. И оставшийся лимон додавила. Все будет, как всегда, внизу под видео в описании. Весь рецепт. Орехи свой вкус хороший дают прям. Друзья, вот такой салат у нас получился. Оригинальный, вкусный. Пробуйте, готовьте. Очень вкусно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я буду всем вам очень рада. Всем пока-пока.